Здравствуйте, дорогие подписчики, с вами Елена. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Я буду делать расклад на таких прекрасных вот картах феи. И наш расклад будет на тему здоровья. Я буду сейчас в колоде искать карту дерева, что означает наше с вами здоровье. Какая будет карта перед, какая после, мы посмотрим на состояние сейчас, что происходит. И до конца года, что нужно, может быть, подправить, изменить. Может, у кого-то будет улучшение. Сейчас я буду искать карту дерева. И все будем видеть. И карты дадут советы на ближайшую неделю до конца этого года. Завершается год. Тяжелый был год. Так вот, выходит, смотрите. Карта дерева. Окруженная карта коса и карта аист. Лишние карты я пока уберу, чтобы они нам не мешали. И мы, я вам расскажу, что это означает. Смотрите, коса, дерево и карта аист. Нервные какие-то срывы были. Нестабильное состояние, именно физическое, эмоциональное состояние было нестабильное. Мы же смотрим на здоровье сейчас, именно ментальное, физическое, все вот это вот. Какие-то даже были у некоторых срывы, что от чего пострадали люди в вашей семье, или у кого-то из вашей семьи были к концу года такие нервные срывы, что пострадали вы. У каждого проиграется свое. У некоторых были какие-то, если физически вот смотреть по здоровью, коса, аисты, операции у некоторых, ну, не у многих, конечно, это проиграется, операции что-то связано с женской системой, по женской части, так сказать. Вот. Теперь мы будем смотреть, что же нужно знать. К концу этого года, 2020 года, был непростой год, конечно. Вот, как я и говорю, непростой год. Очень много было болезней. Очень много было именно нервных болезней, нервных срывов, не говоря уже, конечно, о ковиде и все вот это вот, все, что остальное по всему миру идет. Люди были в напряжении, люди были эмоционально нездоровы. Не было никакого баланса, все проблемы, конечно же, идут от нервной системы, от головы, вся эта психосоматика. Все это понятно. Что же еще скажут карты Ленорман? Смотрите, нужно к концу года по карте Лисичка найти способ, найти у каждого свое, как привести в баланс себя. Как к концу года привести свои нервишки, нервы в порядок. Нельзя быть так эмоционально, когда нервы не в порядке. Это сказывается также у кого-то там на давлении сердца, желудок, кишечник. У каждого, конечно же, свое. Нужно обязательно найти ресурсы, найти к концу года ресурс, взять себя в руки и, несмотря ни на что, быть спокойным человеком, и у спокойного человека, уравновешенного, отличное физическое здоровье. И какой совет нам даст карта Ленорман? Итог, совет, вывод до конца года по здоровью. Вот смотрите, какая прекрасная карта. Это карта букет. Девочки, если вы приведете нервы свои в порядок, и физическое здоровье у вас будет цвести, как вот этот букет, вы будете цвести, сиять, здоровая будете, красивая, молодая. И Новый год, конечно же, встретите в прекрасном физическом состоянии, эмоциональном, с прекрасным настроением, чего я вам всем и желаю. Будьте здоровы, дорогие мои. С вами была ваша Елена. До свидания.